идет все-таки. Встречайте, встречайте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дамы и господа! Я Дмитрий Нагиев, известный шоумен, открываю новый цикл передач под названием «Форточка». Вот и она, наша форточка. Теперь клятва пионеров семейная. Чтоб в согласии дружно жить и друг другом дорожить, не обидеть даже словом. Будьте готовы! Так, а ручку вверх вот так. Нет, невеста немножко не так, она пионеркой не была. Вот так. Женушку свою любить, за опоздание не корить, не говорите ей грубых слов. Будь готов! Молодцы! Шить, стирать, посуду мыть, даже мусор выносить, мыть обед, мытье полов, будь готов! Всегда готов! Да вообще-то будь готов, будь всегда готов! Все жены следят за своими мужьями, чтоб были бы сыты, не были пьяны, ни одного даже взгляда косого. Будь готова! Всегда готова. Леха, не поддавайся. Не уплотняй свои до предела, тысячу дел за день надо бы сделать. Но приходи ровно в 6, дай нам слово. Будь готова. Леха, не. Всегда готова. Мир да любовь, дорогие супруги. И вот последнее к вам обращение, други. Дожить до свадьбы золотой, миру детей давать снова и снова. Будьте готовы. Леха, готова. А господа, это опять я, Дмитрий Нагиев, известный шоумен, продолжаю цикл передач «Форточка». Я хотел бы услышать от вас, понравилась ли вам наша первая передача? А что-то мы плохо слышим. Понравилось? А хотите ли вы знать, уважаемые зрители, что ожидает наших молодоженов лет через 10? Интересно, ребята, поздравлять женихов и невест. Мне когда-то рассказывал папа, что в такой же кому-то он влез. Я тоже вышла замуж, уж терпению конец. Только вот боюсь, я очень выпарит меня отец. Не выпарит. Будем рады, коль ваш дуэт будет трио или квартет. Коль Алексей не разиня, будет Анна героиня. Дорогие друзья! Внимание, Дмитрий Нагиев! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Да-да-да, это я снова, Дмитрий Нагиев, известный шоумен, продолжаю цикл передач «Форточка». Я вам еще не надоел? Нет! Тогда я хотел бы услышать от вас, понравилась ли вам наша вторая передача?
А хотите ли вы знать, уважаемые зрители, что ожидает наших молодоженов лет через 50? Какими они будут? Посмотрите на Алешу, какие у него большие глаза! Он сейчас увидит себя лет через 50! Аплодисменты! А тапок-то зачем? Тапок-то зачем? Под мышку градусник, наверное. Ну что ж, аплодисменты! Если бы не ты, не ты, не ты, засохли бы цветы, 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 не жил бы я один, совсем один, без тебя страдая. Коробки для сукрасных.